Книги мне будешь печатать такие, чтобы о силе моей узнали в непокоренных еще градах Ливонской земли. Хочу я там обрести морские пристанища. Океан, море, Божья дорога. Не дам я ее врагам моим ни перенять, ни затворить. Все, государь, сделаю, погоди, дай срок. Я вот еще букварь задумал печатать, учить людей грамоте. Подожди, будет у нас и букварь. Я печатню воздвиг для того дела ради, чтоб все цари и короли, и папа римский узнали о моей земле могучей и преизобильной. Тогда и королевна Аглинская, пошлая девка Бетси, узнает, с кем торговлю ведет. А вось гордыни мы ей поубавим. Великих и сильных хочу я иметь в послушании. Ты родом кто? Крестьянин подмосковный. А хочешь, дьяком я тебя епископом сделаю? Тогда помощников моих поставь в архимандриты. Будь тогда по-прежнему дьяконом безместным. Только книги печатай. Делай государево дело. Прощайте.